ее длина 450 километров. Она берет свое начало с горах Среднего Атласа. 450 километров, и выпадает в Атлантическом океане. Вот эта река. И у нас в Марокко есть 5 текущих постоянных рек. Самая длинная река у нас, она называется Себу. Она севернее Рабат, если ехать в Танжер. Ее длина почти 650 километров. Есть еще одна река, которая выпадает на Средиземном море. Ее длина где-то 380 километров. Завтра в Рабате увидим одну реку, которая она делит столицу Рабат от соседней город Сали. Потому что у нас два города, Сали и Рабат, и между ними течет река. Население все вместе, то есть Рабат и Сали, 1 700 000. Мы завтра, кстати, будем. Мы завтра посещаем Касабланку и Рабат. Будем ехать по пути через Макнес, Фес. Население Марокко, друзья, 38 миллион человек. 38 по последней переписи. У нас уровень рождаемости 21 новорожденный на 1000 человек. Уровень смертности у нас 5,5 смерти на 1000 человек. Средняя продолжительность жизни в Марокко у нас 70 лет у мужчин, 75 у женщин. Даже в Африке женщины дольше живут. Коренное население. Сейчас будем рассказывать о населении Марокко. Начнем с берберами. Берберы, они считаются самыми коренными, или они считаются коренными жителями Марокко. Берберы, они заселились тут с древних времен. Кто называет их берберами? Эти были римляне. Когда они вторгнулись на марокканскую землю, в 146 году до нашей эры они называли местные жители здесь варвары. И у нас берберы в Марокко делятся на три части. Есть берберы, которые живут на севере. Мы их будем посещать, когда будем ехать в город Шфшаун, синий город. Там в горах Ар-Риф есть берберы. Их берберский диалект там, на севере, где Средиземное море и где гор Ар-Риф, этот диалект называется Тарифит. Пари берберы, они у нас живут в горах Среднего Атласа. Также вот будем их проезжать, когда будем ехать, по-моему, пятый день, с города Фес в Бен-и-Меллал. Они живут в горах Среднего Атласа. Их берберский диалект там называется Таназирц. А третьи берберы, они у нас живут под Марракешем в горах Высокого Атласа и в регион Агадир, южнее Марракеша, в регион Теруданс. Их берберский диалект называется Ташнирц. У нас три берберских диалекта. Тарифит, Таназирц, Ташнирц. Даже они отличаются немного между собой, вот эти берберские диалекты. Но мы в общем в Марокко разговариваем на марокканском диалекте. Марокканский диалект – это смесь арабский, французский, берберский и испанский слова. Кто среди арабов понимает нашего диалекта, в основном наши соседи, с кем мы граничим на восток, Алжир, также Тунис и Ливия немножко. Мы с другими арабами должны включить арабский классический язык, который его преподает в школах. Также считаются коренные жители Марокко после берберов евреи. Евреи, они попали здесь, на территории Марокко, до арабов на много лет. Они приплыли здесь даже во времен карфагенов.
евреи. Евреи, когда приехали тут, нашли местное население. Они были почти атеисты. Начали принимать иудаизм, местные берберы. Принимали также христианство. Поток евреев в Марокко был очень также большой в 70-м году нашей эры, когда их изгнали с Иерусалима. И еще приехало их очень много в средневековое время, когда они изгнали очень много мусульман и евреев с Европы, 15 век. Да. Евреи за всю историю здесь, в Марокко, они жили под защитой самого султана. И всегда евреи, они занимались тут торговлей. И местные берберы, они научились у них много изделий, много торговли. Между прочим, евреи, которые жили в Марокко во времена Второй мировой войны, наш султан Мухаммед V тогда, он отказался их сдать нацистам. Единственная арабская страна, которая защищала своих евреев. Другие арабские страны, как уже Тунис, они отправили евреев туда и отнимали у них недвижимость. Но султан отказался это делать и сказал Западу, что у меня здесь нету евреев, у меня одна нация марокканская. Поэтому у нас очень хорошие отношения евреи Марокко. У нас только в Израиле живут почти 800 тысяч евреев, выходцы из Марокко. У нас очень много евреев-марокканцев работают даже во власть Израиль. Поэтому отношение Марокко-Израиль, оно хорошее. Хотя сейчас этот конфликт, который уже начался между Палестиной и Израиль, из-за этого сейчас не приезжают к нам туристы с Израиля, но все равно отношения продолжаются. Даже первый секретарь нашего короля Андрей Азулай, он еврей. И есть здесь еще такие законы, у нас только в Марокко, все евреи, которые уехали в Израиль, когда основали Израиль, очень много евреев уехали из Марокко в 60-х годах. Они жили в еврейских кварталах, например, как у нас в Марракеше, Фес, Бенимелле. Многие города, где были евреи, Касабланка. Когда уехали, покидали территорию Марокко в 60-х годах, оставили их недвижимость. Представляете, Марокко сохранила их недвижимость до сих пор. Он может через несколько лет возвращается хозяин и найдет его недвижимость. Обращайте внимание, сейчас ландшафты будут меняться. Ближе к Касабланке больше зелени. С Марракеша севернее больше зелени, с Марракеша южнее меньше зелени. Поэтому здесь будет развито сельское хозяйство. Чем приближаемся к Касабланке, чем лучше сельское хозяйство.